Да, действительно, красивая обстановка в дворце спорта, такая, знаете, волнующая. Полусвет, как говорят фигуристы, полусвет на льду. Глебова, да, Глебова, Елена Глебова, эстонская фигуристка на льду. Ну, я так понимаю, что она никак не ожидала то, что попросит организатор ее остаться на показательное выступление, да, потому что исполняет она этот показательный номер под композицию «Бьорк», охотник в платье для своего, для своей произвольной программы. Да, действительно, седьмое место она заняла в разряде женского одиночного катания. Скорее всего, конечно, диск она взяла на всякий случай, но это, как раз этот случай не получился всяким, а получился точно. Ее оставили на показательное выступление. Я думаю, справедливо, все-таки симпатичные элементы, красивые вращения, хорошие дорожки шагов. Я думаю, что для показательных выступлений, не только для показательных, конечно, соревнований. Очень способные, талантливые фигуристы. Глебова только что была в центре внимания всего зала и, естественно, всех, кто смотрит сейчас эти показательные выступления. 23 года этой спортсменки Сталина, которая долгое время каталась у Анны Кондрашовой в Голландии. И затем, несколько лет назад, она решила все-таки переехать в Америку. И сейчас Хакенсаке, совершенно знаменитое место. Многие фигуристы там тренировались, и многие тренеры там работали. Одно с другим взаимосвязано. Тренируют сейчас Игоря Карковец и Крейга Маурици. Обратите внимание, как меняются вообще спортсмены, как только они попадают в Северную Америку. Помните, как Елена Гедивинишвили, да, изменила за год буквально? Томас Вернер. Томас Вернер. Ну, я имею в виду не только плохую сторону, я имею в виду конечно. Внешности, умение себя представить, преподать. А помните турецкая фигуристка Туба Карадами?